Всем привет! Мы отправляемся в путешествие по Екатеринбургской области, поэтому следите за нами, мы вам покажем очень прикольные, интересные места. И самое главное, вы сами потом после этого сможете проехать по этим местам. Поехали! Мы в городе Невьянск, а это наклонная башня Демидовых. Сейчас поподробнее вам все расскажем. Это был первый насыщенный день с плохой погодой, с сильным ветром, но все равно очень крутой. Ждем второго дня. Всем пока-пока.